Катер «Камчатка» завершил пассажирскую навигацию. В этом сезоне судно выполнило порядка 400 рейсов по маршруту Анадырь – поселок Угольные Копи. Теперь же перебраться с одного берега Анадырского лимана на другой можно на теплоходе «Капитан Сотников». Он также будет совершать по 5 рейсов в будни, 2 в субботу и 1 в воскресенье. Стоимость поездки остается прежней – 200 рублей для взрослого и 100 рублей для ребенка старше 7 лет. Помимо этого, в тестовом режиме по данному маршруту будет ходить паром «Нина Малкова». Для этого специалисты Анадырского морского порта оборудуют временные причальные сооружения в районе 7 и 10 причалов. Навигация скоро подходит к концу. Минусовые морозы уже пошли, температура. А лед скоро может пойти, поэтому заменили все, решили на «Капитан Сотников» Камчатку. Баржи также будет осуществлять переправу, ходить. И паром «Нина Малкова» тоже планируется сейчас уже на линию становиться на этой неделе. На этой стороне временно гидрографическое сооружение сделали, поэтому пока в тестовом режиме все готовится.